Ежегодно в начале зимы юные гимнастки города встречаются на соревнованиях под названием «Снежинка». По факту это первенство Владивостока по художественной гимнастике. Однако в нем принимают участие только воспитанницы детской школы «Гармония». Этакий отчетный чемпионат в этот раз собрал порядка 300 спортсменок. Это наше традиционное соревнование на призы Деда Мороза. Вот. Они всегда стараются, готовятся, но в силу того, что они еще очень юные гимнастки, они очень волнуются, и у них нет такого большого соревновательного опыта, поэтому они, наверное, допускают больше ошибок, чем взрослые гимнастки. Это ничего страшного. На самом деле «Гармония» – это единственные представители спортивной художественной гимнастики во Владивостоке. Только здесь под конец учебного года в мае можно получить разряд или даже звание. К слову, на ковре в соревнованиях уже выступают дети от юношеского разряда до КМС. Возраст гимнасток от 9 до 14 лет. Показывают свои номера девочки как индивидуально, так и в группах. От волнения избавиться тут непросто, ведь помимо судей за тобой следят и родители, и конкурентки. Детский сезон художественной гимнастики в городе открыт, а значит, впереди череда крупных соревнований, которые для кого-то станут первыми шагами в этом виде спорта. Это первые соревнования в этом учебном году для наших юных гимнасток. Да, некоторые первый раз выходят на этот ковер, боятся, очень нервничают. Ну, что-то не получается, но все впереди, мы трудимся. По итогу первенства самые выдающиеся гимнастки получили свои медали и грамоты. Без призов не остались и другие участницы, которых отметили наградами за старания и веру в себя. Максим Яковлев, новости спорта на 8.